Благодаря грантовой поддержке Республики Татарстан и Казанскому федеральному университету, руководство профориентационного проекта «Пробуй, знай, действуй» приняло решение организовать план. Этот проект связывает несколько субъектов – школа, вуз и предприятие. Он предполагает выборку наиболее мотивированных студентов, которым важно улучшать свои навыки и развивать свои знания в профессиональной деятельности. Необходимо объяснить школьникам и студентам, как им трансформироваться с учетом изменений трендов и понимать, какая из профессий будущего будет им интересна. То, чем они будут заниматься, сотрудники. И, естественно, не секрет, и всем уже сейчас понятно, что чем раньше начнется процесс профориентации, тем этот процесс понимания своего профессионального пути и его реализации будет максимально эффективным и облегченным. С приходом нового формата обучения, связанного с улучшением профориентации, студенты, руководствуясь наиболее понятным и близким подходом к ребятам, стали самостоятельно обучать различным тренингам школьников, которые впоследствии начали заниматься улучшением своих профессиональных навыков. Когда ко мне пришли ребята с предложением вот этого проекта, я открыта всегда всему новому, и мне показалось, что вот это будет очень интересный формат, когда практически вчерашние школьники, которые не так еще отошли от школьной скамьи, могут давать свои советы нашим ребятам, как им делать свой профессиональный выбор, на что обратить внимание. В этом году, благодаря партнерству с Центром достижения молодых, было принято решение создать карьерный форум от проекта «Пробуй, знай, действуй», объединив на своей площадке школьников, студентов, выпускников, работодателей и работников, ответственных за профориентацию в вузах и школах. 26 апреля в 15:00 состоится мероприятие, в котором у школьников и студентов будет возможность собраться, познакомиться друг с другом и на основе тренингов, выдвинутых их наставниками, классными руководителями, родителями или студентами, проанализировать и протестировать личные умения. В процессе обучения в той или иной сфере деятельности они смогут развивать не только теоретические навыки, но и свои практические способности. Эмиль Мугинов, Универньюз.